Уменьшение динамики на рынке кредитования является временным обстоятельством, связанными с началом пандемии и принятыми ограничительными мерами. Качество кредитов и займов сократилось незначительно благодаря вовремя проведенному реформированию, что позволило поддержать клиентов банка в период ограничительных мер, в данный момент у большинства клиентов не наблюдается увеличение просроченной задолженности, что свидетельствует о восстановлении финансового положения у заемщиков. Подробнее в разделе ⁇ Новостей ⁇